Ну что, всем привет, друзья! С вами Смакула, и да, сегодня вы наконец-то увидите первую игру ЛФК Black Sleeve в официальном турнире 8 на 8. Это была невероятная заруба против Evolution. Наша первая игра, это очень было морально тяжело, миллиард эмоций. Все увидите в сегодняшнем выпуске. Под первым видосом, где мы представили нашу команду, вы набрали 350 лайков. Давайте на этом видосе просто взорвем кнопку лайка. 1000 лайков. 1000 лайков, я уверен, заслуживает этот видос. Мы стараемся только для вас. Я впервые монтировал подобный материал. Очень интересно, очень сложно, не так профессионально, но от чистого сердца. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А сегодня вы увидите нашу зарубу. Первая потасовка. Невероятный матч, в принципе. Желтые карточки, фанаты и многое другое. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Полетели. Ну что, ребяточки, мы начинаем сегодняшний выпуск с интервью. Рядом со мной два очень интересных персонажа. Уверен, то, что вам они понравятся. Скажем так, что два легионерчика таких интересных. В скобочках. И начинаем с, как я говорил, человека справа. Наш интересный персонаж Мулат. Мулат, расскажи о себе в двух словах, где играешь. Ты у нас техничный бразилец. Поэтому давай представь себя зрителям. Ну, в первую очередь зовут меня не Мулат. Зовут меня Игорь, мне 16 лет, я играю в HGB U19, ПК Одесса, 2005 год. Играю в футбол 12 лет, и что еще могу рассказать? Это все. На какой позиции играешь и какие у тебя цели, в принципе, в футболе? Не в нашем проекте, а в принципе в футболе. Потому что я знаю, то, что ты у нас безумно техничный, безумно талантливый чудик, поэтому собираешься ли идти дальше по футболу? Ну, по поводу позиции, играю я почти на всех, и в центре поля, и во фланге, и в нападении чаще всего. Свободный художник. Везде. А по поводу футбола, ну, хочется попасть в академию, в первую очередь, какую-то в Украине, и дальше продолжать играть. Хорошо, тогда сделаем перерывчик. Ребятки, а тут у нас вообще легенда, ваша легенда. Испанец, наш первый легионер, да, даже в Амкале нет легионеров, а у нас есть Лука, да, Лука, ничего себе, Лука Модрич. Расскажи о себе в двух словах, где ты, почему ты испанец, все для зрителей в двух словах о себе. Меня зовут Денис, мне 16 лет, я родился в Испании. Так получилось, что когда меня еще не было, мой отец работал в Испании, там он познакомился с моей мамой, получился я. И... А ну, давай камеру поворачивай. На секунду. Димочка, легенда. Ты кто, блядь? Я игрок Black Sleeve. Ребятки, тут фанаты Димочки Глубокого, невероятные люди. А мы продолжаем с нашим испанцем. Продолжай. По обстоятельствам, после того, как мне исполнилось 4 года, мы приехали обратно сюда, потому что тут как бы и дела тут, и родители все. Потом, когда мне исполнилось 9 лет, мы обратно поехали в Испанию. Я был отбор, узнал, что есть был отбор в Барселоне. Я решил попробовать себя, пошел. Меня взяли. То есть ты... По факту, был в Академии Барселоны. Да. Это не, как я говорил в прошлом выпуске, не кликбейт. Не. Хорошо, тогда опять-таки в двух словах сравни уровень Испании, уровень Барселоны и то, что у нас в Украине. В принципе, уровень не особо отличается. Ну, конечно, в Испании чуть посерьезнее. Чуть. Ну, в Барселоне. Не, ну, понятное дело, что отличается и очень сильно отличается. Ну, ничего, я думаю, что скоро... Украинский футбол будет на уровне с Барселоной, испанским. Хорошо, тогда еще один вопрос. Насколько ты думаешь, у тебя удастся стрельнуть как именно персонаж в нашем проекте? Мне кажется, всем похуй. Правильно. Ребяточки, если вы не хотите с ним отдельное интервью, пишите внизу в комментариях. Окей, ребят, тогда вопрос еще к вам обоим, пока мы не представили ваши формочки. Ваш номер на спине и ваши цели на наш проект.
Ну, у меня 77 номер, но в первую очередь цель выиграть турнир. Ну и по поводу подписчиков набрать как можно больше, я не знаю, какие цифры ты планируешь. Твой выход, испанец. У меня 7 номер на футболке. Я вообще хотел 8, но его кто-то занял. Кто-то? Кто занял 8 номер? А его здесь нет. Номер 77, номер 7. Ребята, легионеры, очень интересные ребята. Пишите внизу в комментариях. Ну а мы сейчас будем передвигаться ко второму интервью. И все для вас, ребят. Погнали. Все. Короче, мы едем. Я синий был, в хлам. Весело. Ну, моя днюха, 18 лет было. Что-то едем на повороте на Гагарина, где-то плаза, блядь. Чудак едет с нами, помню. У него открыто окно, я говорю, окно закрой, петушня, блядь. Чудак, решил ему сказать. Нет, не петушня. Ты что-то сказал, кому ты бибикаешь, дед, блядь, старый, блядь. Что на тему того? Чудак окно закрыл и поехал дальше. Курьер стоит, я говорю, как дела? Он говорит, нормально. Я говорю, сколько зарабатываешь? Мы начали общаться. Олег говорит, у нас зеленый, втопил, блядь, я без курьера остался, без друга, блядь. Ребят, мы продолжаем тему с интервью, уже заканчиваем знакомиться, предпоследнее интервью. Санечка снимает, Владик снимает, ребяточки очень интересные тоже, легенды замены, легенды скамеечки. Ладно, все шутки, все будут играть. Ребят, опять-таки, как каждому вопросик, расскажите о себе в двух словах. Уже фишка начинать справа. Влад, ты первый. Кто ты? Откуда ты? Зачем здесь? Все в двух словах для зрителя. Как ты уже назвал меня? Зовут Влад, мне 16 лет. Я родился в Одессе. Я занимался футболом где-то с лет 12 до 14 в Атлетик Одесса. Уровень футбола. Сила и честь! Да. И потом ушел и больше не занимался. И тут меня Санечка позвал на этот... в этот проект, поэтому я согласился, ну и я тут. Так, ну тогда давай, я уверен, нас смотрят ребятки также и с киберфутбола, расскажем, откуда мы знакомы. Ребята, которые меня смотрят с первого выпуска, знают то, что я профессионально занимался клубами профи, FIFA, ну и, соответственно, там мы с тобой и познакомились. Первый человек – одессит, о котором я узнал в нашем сообществе клубов профи, и мы оба играли за сборную Украины, поэтому в двух словах, опять-таки, моя любимая фраза, походу, расскажи, как мы, вот какое тебе, у тебя обо мне было первое мнение, и как вообще так получилось, что из интернета вот мы уже в одном проекте. Меня позвали в такой клуб под названием «Спам», и туда я пришел, были просмотры, нормально все, и оказалось, что мы с Санечкой, с Смакулой, играем на одном фланге. Ну, не на одном, а на фланге. Мы атаки. Еще и соперничали с да. тобой, да? Там было всего 3 фланговых, один постоянный, кибер вообще жесткий, и вот мы с ним постоянно менялись. Вот мы узнали, что мы оба одесситы, оба живем, в принципе, недалеко, решили встретиться в центре Одессы. Встречаемся, пошли в элитный ресторан Макдональдс. Легендарный. Ну и, получается, начали с ним общаться, и тут он мне говорит такую вещь, что когда ты пришел, ты мне не понравился, потому что ты был соперником на мою позицию. Ну, конечно. Ну, а потом уже так случилось, что мы еще вместе попали в сборную Украины. Там уже мы не соперничали. Понятно. Там мы играли вместе и тащили честь нашей сборной. Ладно, Владос, спасибо еще раз. Тебе спасибо. Еще раз. И троица. Третий, да. Да. Санечка, здравствуй, снимаешь? Санечка не снимает. Санечка не снимает. Прошу, все те же вопросы о себе, кто ты, где ты. Итак, всем привет, друзья. Я 18-летний придурок. Играл вместе с этим тоже придурком. Играли за один клуб, РХ Одесса. Оба сидели. На заменочке. Прекрасно. Буду на замене. Будь с камерой. Да, снимай да. все происходящее. Пиздеть, блядь, что-то, что попало. Но постараюсь что-то, чем-то вас развлечь. Цель на этот проект? Цель на этот проект занять первые места с клуба. Везде? Да, абсолютно везде. Номер на спине? Символическая, 2-3. Дарио Сорна? Да. Меня также еще называли, фамилия у меня Пелых, но меня постоянно называли. Пиле. Пилелых. Пилелых, Пилеля. Но называли меня почему-то Спелым. Спелый. Владос, номер на спине. 9. Девяточка. Форвард получается. Бля, у нас. Карим Бензема, ты нет, шо? Нет, нет. Хорошо, ребят, последний вопрос.
если вот это, вы, вы понимаете, то, что у нас, в принципе, ребята посильнее вас есть на поле, как только вот ваш первый матч, вы выходите на поле, ваши эмоции, как вы вообще считаете, удастся ли вам стрельнуть тоже так, как в этом проекте? Стрельнуть можно в девицу и залететь. Это черно-белый экран я наложу. Ауф! Что такое? Если выйдешь на поле, твои эмоции. Первая моя эмоция, лишь бы не проебаться. Вот у него такая же эмоция сегодня была. Чувствую, выйду на поле, все пойдет, блядь. Все пойдет. Второе, ты говоришь, будешь ли стрельнуть. Я не знаю, как жестко, но я думаю, быть в пас с игроками я сложусь. Как бы сыгранность будет хорошая. Пас, вы всегда это... верите? Нет. Не, а ты? Я синку верю. Понятно, красавец, надо а быть, ты, надо а я дал, быть, а ты не очень. Все, ребят, спасибо. Все, пока. Дебилы. Дал сказать, мать охуенно, да? Коваль будет ко второму тайму. Что за тачка, я не могу понять. Баргулина. Порше? Баргулина. После 4-4 мы сразу уходим с поля, нахуй. Дайте тому, что мы сегодня новое село. Я не шучу, нахуй. Сейчас же перезапишем. Это что, Бентли по поводу? Мать, я говорю 0-4. Бентли. Ебать, новый Бентли. Бентли, 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 блять. Бентли. Да ты шо, Дэнчик, зачем Бентли? Покажем твоем действии. Изотоничный напиток с ламиатовым смаком, с задаванием витаминов и аминокислот. Это не реклама. Аминокислоты? Хуйня какая. В прошлый раз... А есть? Ну да. Но это, короче, специально для зала. На матче был Швепс, а тут Оше. Оши, блядь. А у меня самая лучшая чистая кристальная вода. Советую всем. Маршинская, давайте, ребят. Блять, сколько рекламы такой воды. Это пиздец. Ты просто запаздывай. Короче, ребят, по составу, ну, думаю, многие уже знают, играем 2-4-1. Два человека сзади всегда, это Сергачев и Светлый. Два защитника. Их инстаграмы будут внизу в описании. Справа я, слева Мулат. Денчик с Сапроновым в центре, глубокий впереди. Начинаем так, с глубокого, сколько голов, блядь, пишите в комментариях. И у нас автоголов Сергачёва. В комментариях вроде. О, молодец, еще раз. Денчик, ты... Первый матч, блядь, настроенный побеждать, а как оно там... Моей инсте описания не будет. Как это закончится, хер его знаем. Надеемся на победу. У меня уже три галочки. Я, блядь, старался, чтобы это все реализовать. А сейчас мы, блядь, сидим в раздевалке, да, пиздец, уже целая команда, блядь, даже как-то... Мы не команда, брат, мы семья. Ссылка на капитана в описании. Команда неплохая, это Evolution, играют давно. Самое главное то, что, блядь, мы, как сказали, блядь, кто эту фразу сказал? Возьмем, блядь, морально, эмоционально, сука, на заряженности. Меняться будем либо мало, либо наоборот очень часто. Поэтому всегда поднимаем руку. Самозаряженный. Я делаю переход. Да, товарищи, значит, главное, перед игрой нужно взять имбирно-облепиховый чайчик. Для мягкого аромата, чтобы просто вот бегалось. Ножки вот такие вот легенькие, накачанные, как у меня, кстати. Вот, сейчас допиваю и иду разъебывать команду Evolution. Все, погнали. Напишите в комментариях, сколько я сегодня сделаю подкатов. Кто напишет, тому кину жопу. Жопу? Уже можно. Пьяночка. Я ёбнулся. Считаем сегодня, сколько раз за матч я упаду, пацаны. Будут симуляции. Я сказал, сколько раз. Сколько я подкатываю. Перекладим, дядя. Вообще не забьёт. Он будет стоять. Капитан. Сегодня на Париху полтинник закинуть надо. Я поставлю то, что он не забьет, но не забьет. Опа, народ,
оп, что-то новенькое, записываю я это уже в другой день, днем, что-то непривычное, новенькое, фиговое освещение, но у меня другого времени нет, и прямо сейчас наступает кульминация выпуска. Сейчас вы увидите наш матч, и перед этим отдельную благодарность я хочу проявить фанатам, болельщикам, всем, кто пришел. Ребята, вы самые лучшие, просто это что-то было невероятное, очень непривычно видеть то, что за тебя болеют, тебя знают и поддерживают, поэтому надеемся, что на следующей игре вас будет еще больше. Подходите перед игрой, после игры, пообщаемся, сфотографируемся, буду вас очень ждать, ребята все будут вас очень ждать. Ну а прямо сейчас, наконец-то, мы будем переходить к эпизодам матча. Полетели. Давайте эту комнату. Ваше начало, ребят. Все, удачи. Главное, не бойтесь, ладно, не пишите, давайте. Давай. Все будет нормально. Собрались! Собрались! Пиздец, охуеть, я не знал. Ребяточки, но этот матч и это видео все благодаря нашей компании. Спасибо большое Пивасову. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт. Обязательно оформляем подписочку. В будущем, возможно, если вы подписаны на наш канал и на инстаграм-аккаунт Пивасова, будет какой-то розыгрыш, какая-то скидочка, поэтому не упустите свой шанс. Компании еще раз спасибо. Ну а мы идем к матчу. Погнали. Ну что, ребята, матч начался, и сразу скажу то, что это довольно сложно это все озвучивать, это что-то новое, непривычное, плюс я еще и приболел немножко после игры, горло першит, поэтому озвучивать еще сложнее. Ну что, а сейчас мы переходим к эпизодам игры, и первые минуты мы пытались, в принципе, почувствовать поляну, почувствовать друг друга, мяч, все понюхать, так сказать, поэтому практически без моментов были что мы, что соперники, но тут Светлый невероятно играет в перехвате, набирает скорость, ищет Диму Глубокого, находит хороший момент, первый удар по воротам, который, к сожалению, заканчивается лишь угловым. Первый момент для нашей команды, в принципе, в нашем существовании и конкретно в этом матче. Дима Глубокий заработал угловой, тут еще пытался обыграть. Денис с лету пробивает, но мяч закружился и ни к чему это не привело. Денчик также весь матч пытался найти длинной передачей кого-то из фланговых, но очень редко эта передача находила адресата. Тут первый удар уже по нашим воротам. Олег справляется. Сразу хочется сказать, что озвучивать 8 на 8 это очень сложно, потому что куча моментов. А вот тут Светлый потерял мяч, начинается контратака. Ну, Мулат невероятно играет в подкате, выбивает этот мяч так, что аж трибуны взорвались от такого подката. Тут также Денчик пытается проверить первый раз вратаря и ворота соперника, но пробивает мимо. Мяч постоянно весь матч скакал вверх, вниз. Действительно, это что-то новенькое, 8 на 8. А вот тут Игорь Сергачев зарабатывает первый штрафной в наши ворота. Соперники приняли решение разыграть штрафной. Аж оператор думал, то, что будет удар, и все-таки удар есть, который заблокировал Светлый, если я правильно все понял. Тут Дима Глубокий опять пытается найти передачкой кого-то. Я пытаюсь сбросить в штрафную, но ни к чему также это не приводит. Много моментов, постоянно туда-сюда бегаем, постоянно очень быстрый, динамичный футбол, 8 на 8, поле небольшое. И вот тут очень хорошо обыгрывает игрок нашу команду, и не тоже Олег, наш вратарь, тут справился. Посмотрите, что творит Мулат. Одного обыграл, второго на жопу посадил. Проходит дальше, оббегает третьего, прострел. К сожалению, тоже мимо ворот. Очень резкий, очень подвижный Мулат у нас играет на левом фланге. А вот тут вот Игорь Сергачев потерял мяч. И момент, который очень опасный был. И мяч тоже пришелся мимо ворот. Дальше назначают штрафной. Штрафной в нашу пользу. Светлый будет подавать. И что же сейчас будет? Разбег!
И мяч улетает куда-то вообще в другой город. И у нас первая замена. Я принимаю решение немножко передохнуть. Ой, ребятки, блядь. 0-0. Сыграли первые минут 20. Я не знаю, на поле время идет очень медленно. Фу, верю в ребят. Сел отдохнуть. А? Ну, я думаю, минуток 15 точно. Я не знаю. Время идет пипец быстро, поэтому... Надеюсь на ребят, пацаны, поддержите там в комментариях, ведь, ёб твою мать, думал, какая-то херня. Оп. Матч продолжается, и угловой в нашу пользу, принимаем решение разыграть. Дима глубокий удар по воротам блокирует соперник. Тут борьба, которая также ни к чему не приводит. Мулат выбрал этот мяч, но мы решили... отойти немножко в оборонку. Тут мяч скачет, прыгает. Мулат принимает решение пробить поворотом. И, в принципе, хорошо летел удар, но тоже блокируют соперники. Очень тяжело создавать моменты, потому что везде ноги, плечи, грудь соперника, везде блокировка. И тут хорошая стеночка в исполнении соперника. Тоже мимо ворот мяч проходит. А вот тут вот... происходит вот такой вот момент, неприятный не для нас, а вот для одного из наших фанатов. Давайте посмотрим, что же тут было. Headshot. Да, мяч очень неприятно прилетает в голову одного из наших болельщиков, но слава богу, с ним все хорошо. Ребята подошли проверить, спросить, как он себя чувствует, все нормально. И после вот такого вот момента, после такого вот хедшота, матч продолжается, и буквально за несколько секунд до этого Дима Глубокий показал то, что у него закололо в боку, и мне пришлось опять появиться на поле. Хоть я чувствовал, что мне нужно немножко передохнуть, я, естественно, заменил Диму, вышел на поле, и происходит вот такой вот момент. Мы разыгрываем мяч в обороне, Игорь Сергачев, пас в центр на Лука, Лука на меня, и я теряю мяч... потому что никого рядом не было, другого варианта не было. И это 0-1. 0-1 в пользу Evolution. Вот такой вот момент. Привоз в моем исполнении, если можно так сказать. Да, неприятно вот так вот начинать сезон. На повторе хорошо видно, как разобрался соперник с нашим вратарем. И... на такой ноте первый тайм подошел к концу. Тём, ты проверяй. Да ебаюсь, я сейчас хотел, прям у меня сил нахуй не хватило. Ты постоянно под удар выходишь? Я ж хочу, блядь, сесть. О, сейчас реально дезмораль, понимаешь? Они какую дезморали, настроились и пошли дальше. Типа, они без замен, замучайте их. Тогда я ж говорю, там мужики, блядь. У них чудак в центре 10-й, блядь. Сумма самая тупая волна. Да я зачем-то назад, надо было вперед куда-то, блядь. Еще они тут ведут. Просто у вас, вы защит, просто, блядь. Рыжий. Вам передачу просто в зоночку, в одно, левой, правой, похуй. Как сейчас? Наелись, блядь. Дим, где ты отдохнул? Да, правда, мне просто бок что-то прихватил, понял, я понахуял. На второй тайм начнешь? Да. На замене или в основе? В основе, блин. На левую. Я уже насидел. Вперед, фланг. Или вдыхаешь. Где поставишь там будет? Тиктоки снимать, сука, сам нихуя не знаю. Давай, Тём. Не снимал. Идет вынос на Диму, блядь, чтобы кто-то под ним ушел, он ставил. Надо бороться, блядь. Он ставит, принимает, а давать некому, блядь. Все, пацаны, пошли. Сколько тайм, чё он дом? Пошли. Зрудились, нахуй! Ну что, ребят, мы заряженные, выходим на второй тайм, готовы просто размазать соперников. Поговорили, пообщались насчет тактики, с чего начинается второй тайм. А второй тайм начинается с атаки наших соперников на правом фланге. Пас-центр и... блядь, ну пиздец. 2-0. 2-0 в пользу Evolution. Да, вот такой вот эпизод. И тут уже потихонечку мы начали ловить дезморальку. А все потому, что собрали небольшой ажиотаж вокруг нашего поединка.
Но мы не сдавались, шли вперед, и вот тут вот судья показывает мне желтую карточку. Якобы за игру прямой ногой, хотя я пересмотрел этот эпизод и не могу сказать, что нога была прямая. И после чего я зарядился и вступил в отбор, начал атаку, хорошая передачка на Мулата. Мулат тут в левом фланге обыгрывает своего оппонента, удар поворотом и очередной угловой мы зарабатываем. Да, вот так вот пока все динамично у нас в игре. Вратарь выносит мяч и еще один момент, Олег тут уже на месте, хорошо перебрасывал нашего вратаря, нашего защитника, и дальше происходит вот такой эпизод в центре поля. Раз перехватили, два вроде перехватили здесь и... Это 0-3. 0-3 рикошетом от Никиты Светлого мяч влетает в ворота. Вот тут-то уже действительно была небольшая дизмораль, но дальше мы уже просто зарядились так, что мы не жалели ни себя, ни соперников, носились туда-сюда обратно, выжимали максимум. И тут Денис, невероятная передача на Диму Глубокого. Дима, выход, удар, и это 3-1. 3-1! Наконец-то первый гол нашей команды в нашей истории. И кто бы еще мог его забить? Дима Глубокий. 3-1. И здесь мы уже почувствовали вот эту вот нотку того, что мы можем отыграться. Пошли замены. Немножечко освежить. Артем Сапронов и Денис Беляев. Денчик, ДНС Пауэр садятся на заменку. На поле выходят опять Лука и Никита Никанор. И вот тут вот мы поверили в себя и просто начали носиться. Мулат, перехват, удар может быть. Дима Глубокий попадает в защитника. Устали наши соперники, и мы просто пытались выжать максимум своих возможностей. Мулат с левого фланга обыгрывает, находит элегантнейшей передачкой Диму Глубокого. Опять выход под левую, но здесь блокируют Диму, и еще и штрафной в пользу соперника судья назначает. Аут, пас серединку. Светлый под удар выходит, опять в игрока, опять все блокируют, везде наши соперники, Дима Глубокий, хорошая стеночка, Светлый, прострел! Сотрясается перекладина ворот, рикошетом, просто невероятный гол тут мог быть, уже могло быть 3-2. Мулат тут зацепился и пошла просто какая-то заруба в конце матча. Раз свалили нашего игрока, пошла ответная атака, хорошая передача, и тут уже соперник потерял равновесие. Буквально пару эпизодов и опять борьба. Вот здесь вот Сергачев пытался уйти в центр, и ну никакой игры в мяч тут не было, но судья не останавливает игру. Удар, Олег на месте. Олег вытаскивает этот мяч, 3-1, счет остается, разгоняют атаку, 3-2, Дима Глубокий, Дима находит Мулата, это не попало в кадр, Мулат, навес! Соперники просто хотят, чтобы мы закомбэчили по своим воротам, тут пробивал соперник! Мяч попадает в штангу. Что происходит дальше? Капитан команды Артем Сапронов в центре поля. Долго ищет эту передачу, находит на ДНС Пауэр, уходит под левую! И это 3-2 и первая потасовка. Первая потасовочка на Никиту Светлого решили побычить. Вратарь не давал ему забрать мяч. Вся команда уже соперников подбежала. И слава богу, обошлось все спокойно. 3-2, и вот он камбэк, вот он уже, выносите. А тут вот Димка Глубокий решил побоксировать, помочь, так сказать, своему другу. Ну а тут вот... И просто как элегантно. ДНС Пауэр под левенькую уходит и сквозь двух соперников
пробивает. 3-2. 3-2. Матч продолжается. Матч продолжается. И тут вот удар просто в никуда от Дениса Лукановича. И сразу же заменка. Сразу же заменка. Мы выходим в схему с тремя форвардами уже. Просто всю команду бросаем в атаку. Очередной удар, который тоже заблокирован. А тут вот просто в сантиметрах от штанги мяч проходит. Ой, очень тяжелая игра, очень тяжелая. Вот тут вот очередной момент у наших соперников. Корпусом прикрывает. Корпусом прикрывает. Куча рикошетов. Находит эпизод для удара. Олег на месте. Нам надо лететь вперед. И последний штрафной в матче. Очередная зависушка обратно к Денису. И последние секунды. Что же будет? Что же будет? Аут. Идет перехват. И... к сожалению, мы проиграли этот матч. Охуенный тем, что, блядь, мы играли вперед, а не назад. Эти два пацаны, самые лучшие были игроки замены. Ни одного плохого действия, ни одной потери. Смакула плачет. Играли наперед, поймали штангу, перекладину. Все, это 2-3. Я считаю, что спонсор, очень достойно. Спонсор как? Что скажет? Спонсор скажет, что с этим можно и нужно работать, ребят. Потому что, ну, вы сами все видели. Качественный матч, абсолютно. Штанга, перекладина, опять же, очень обидно, но еще все будет. Так что все смотрим на, давайте. А второй не менее важный человек, что скажет, вы думаете? Сыграли красиво. Ничего, поднажмем. Ребята, и мы покажем уровень. Им поддержка финансовая у нас есть, выйдем на хороший уровень. Отлично. Чувак бежит, никого нахуй нету, оставляет мяч, говорит, у меня сзади двое, блядь. Чуваки нахуй наполовину, сзади двое. Нет, там никого не было. Вообще ни одного нахуй. Просто меня не было, я не стоял. Три месяца простой нахуй. Первый тайм нихуя непонятно, блядь, второй тайм. Ну в первый разыгрывается, ни одной тренировки. Тренировки ж не было, блядь, командной. Ни одной тренировки, блядь. Мы вообще не знаем, кто как играет, блядь. Ну я шатан. Хоть игру сыграли. Поймали штангу и перестали. Она, блядь, подключился нахуй. Я ж не вижу, что мне знать. Я говорю, второй трайм, да, вообще за поле. Мы все время гараж нахуй не можем. Второй трайм, блядь, хотя бы заплатили. Они просто, сука, $100 за ничью предложили. Кто? Я? Спонсор, блядь. Брат, ну не было мотивации. Я сразу сказал Мише, блядь. Так напиши беседу, блядь, $100 за ничью, блядь, и все. И мы тут такое феерить будем, блядь. А так что мы играем, блядь, на банку пива, конечно, так. Следующий матч. Какой банк? Идем. Все? Нашли кому? Где мы мяч? Я его закинул туда. Мы идем за... Я бы уже машину сбил, блядь. Хорошо. Что, как отыграл? Отлично, я лучше всех. По белу тут, по брочке. Опа. Здравствуйте. Заходите. Как дома чувствуете себя? Я и так дома. Да, ребята, ну, неплохо. Но еще есть и на чем работать, если Миша, давай, фоткай. Парень сюда въехал в капусту. Второй тайм сыграли хорошо. На следующий матч, Тём. На следующий матч меняем схему, допираем двух игроков. Выбираем капитана отчислива нахуй. Допираем двух игроков как минимум. Ну, блядь, что сказать? Диме спасибо. Всем спасибо. Денчику. Только мне, пацаны. Всем мне должен. Да нет, сыграли хорошо, блядь. Ребят, второй тайм хорошо. Мы ни разу вместе не играли, ни разу. И опять же, штанга и перекладка. Как раз вот половина команды, блядь, месяца три в футбол не играла вообще. Короче, пацаны, спасибо. Спасибо. Jamendo.com Jamendo.com Jamendo.com
gemendo.com. Ну что, ребят, вот такой вот получился первый матч, куча эмоций, куча, бля, я даже не знаю просто, что говорить. Вот такой вот первый матч, все для вас, судите внизу в комментариях, пишите, что, как. Спасибо большое вам за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, спасибо большое оператору. Ура! Спасибо. Спасибо большое оператору. Пошли руку, как я. Спасибо большое оператору. Все, ребят, на этом все, всем пока.